Всем привет! Сегодня хочу рассказать, как сделать такой космический дизайн ногтей. Это достаточно просто. Здесь использована техника амбре, это переход цветов. Цвета можно выбирать абсолютно разные. Итак, начнем. Нам понадобится пару кисточек, но об этом попозже. Лак золотой с блестками. Также будем использовать прозрачный лак, топовое покрытие или сушка и какой-нибудь темный лак. Я буду здесь использовать темно-фиолетовый лак. Также нам понадобится жидкость для снятия лака, либо растворитель. Для этой работы нам понадобится еще губка. Эту губку я заказывала на AliExpress, но можно вырезать из любой. Небольшой кусочек. Правую руку я уже сделала. А на левой сейчас вам покажу весь процесс. Ногти я наращиваю сама. Необходимо их хорошенько очистить, стереть предыдущий лак. Я уже нанесла прозрачный лак, чтобы ногтевая пластина не окрасилась в темный цвет в дальнейшем. Приступим. Чтобы не повторять своих ошибок, как на правой руке, я начну покрывать лаком ноготь, немного отступив от края. Так как на правой руке я начала сразу делать спонжем. Берем наш спонжик и наносим сначала основной темный цвет. Кстати, это может быть и черный, и какой-то темно-коричневый. Фантазия безгранична. И сразу же наносим золотой цвет, второй цвет. Можно немножко наслоить и друг на друга. И прижимаем к ногтю таким вот образом, чтобы получился переход. Я решила добавить еще золотого цвета, чтобы переход был более плавным. И получился у нас настоящий космос. Так как мы заранее прокрасили, отступив от края, получилось очень аккуратно. И таким же образом проделываем то же самое со всеми остальными ногтями. Вот что у нас получилось на данном этапе. И сейчас наша задача убрать лак с кожи и сделать их аккуратными. Наливаем небольшое количество жидкости для снятия лака. Понадобятся еще нам салфеточки любые. И аккуратно кисточкой убираем все лишнее.
На следующем этапе работы я беру бафик, обыкновенный баф. Так как у нас после губки осталась небольшая шероховатость на ногтях. И чтобы это убрать, нам необходимо аккуратненько запилить все ногти. Это необходимо для того, чтобы в последующем сушка или топовое покрытие легло ровно, и у нас получились аккуратные глянцевые ногти. Опять же, это может быть простой обычный прозрачный лак, но у меня есть еще и сушка, поэтому использую ее. И проходим на один раз по всем ногтям. Сразу видно, как проявляется потрясающий глубокий рисунок. Я бы даже сказала, целая вселенная. Покрываем топом на второй раз все ногти. И вот такая красота получается. Честно сказать, я хотела использовать эту фольгу, которую приобрела недавно в фикс-прайсе, но не смогла ее приклеить даже на специальный клей для ногтей. Поэтому оставляю результат так, как есть. Мне кажется, получилось очень даже неплохо. Наношу масло. Если вам тоже понравился этот космический дизайн, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока!